Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо большое за эти аплодисменты. Я очень рада всех видеть. Хочу сразу сказать спасибо большое всем, кто пришел сегодня, всем, кто все-таки нашел время и пришел сегодня нас послушать. Меня зовут Надя Алексеева. И мой проект «Гордо Рей Латино» вернулся после трехлетнего перерыва, молчания и продолжает потихонечку внедрять, так скажем, в массы бразильскую музыку. И сегодня мы поиграем для вас совершенно разную бразильскую музыку и ту музыку, которая известна во всем мире и любима по сей день, и ту музыку, которую можно услышать только в Бразилии. Но я очень хочу, чтобы эти великолепные композиции стали известны как можно большему количеству людей, слушателей. И, в общем-то, для этого я здесь сегодня. И ребята, мои дорогие, горячо любимые ребята, помогут мне в этом. И хочу попросить вас, разогревайте потихонечку связки, потому что мы обязательно попоем. Мне очень нужна будет ваша вокальная помощь. И мы начинаем потихонечку. И первая песня — «Каролина». Oh,
она очень всем известна, «Агочи Бебе». Песня о любви, в которой любовь, наверное, сиреневенький, раз, два, три. Гибралтар, Лабрадор. Классифицируется как вода. То есть это та вода, без которой человек не может жить, и скорее, наверное, которая просто не может ее избежать, скажем так. То есть человек не может жить без воды, как без любви и обратно. Поехали! То, что переводится с португальского «обижать меня, молодой человек, неправильно».
Очень такое приятное, скажем, название такое, которое сулит странный, мне кажется, какой-то финал, очень загадочный. Неизвестно, какой будет исход. В оригинале ее исполняет потрясающая бразильская певица Мария Рита. И заводим. Только самба. Мне надоел твист. Мне надоел ча-ча-ча. Все посвящено только самба. Thank you.
Сердце, которое любит тебя. Уки маскару читал бежу, и у тебя пока не сияй. Особен сами кючи десежу, и ждай скрыту лумбе боля. У тебя совиза и у параизу, моти кончивы кириста. Fosse o seu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, com as ondas no mar. Não dá pra viver assim, querer é poder te tocar. Eu te quero só pra mim, com as ondas no mar. Não dá pra viver assim, querer é poder te tocar. Yeah.
de nunca quanto couro comer. Esse não que a dona quer respeito. Называется по-португальски, по-русски это переводится «Как мужчина сказал, так оно и будет». Дорогие мужчины, говорите почаще. Хорошее! Пусть все будет хорошо! Thank you.
Поется в этой песне о маленьких детях, которые сводят нас с ума. Буквально три года назад, когда мы... Буквально три года назад, когда мы давали один из своих концертов, у меня тогда еще не было сына на тот момент, и я эту песню объявляла так радужно. Эта песенка посвящена маленьким детям, они такие, они сякие, и то, и все. А сейчас я могу четко сказать, что они сводят нас с ума. Поехали, Крия! Но это, конечно, счастье. Поехали.
Yeah.
Спасибо большое. Шимбалае, маечка, специально для тебя. И вообще, эта песня посвящена, вот, допустим, к пацанку, который стоит. Ребята, я вас люблю. Шамбала – это то место, где каждый человек может быть самим собой, с самим собой и наслаждаться, наверное, пространством внутренним. Thank you.
abraço, não é mulher. Seu jeito de olhar, quem tenta explicar, tem o desejo e vai acreditar. Meu sangue, I love you. I love you. Sangue, você me balava de um sonho sem fim. Thank you.
следующая песенка очень такая сложно переводимая на самом деле. Ну, можно так сказать, что те, кого мы любим, можно назвать, наверное, каким-то своим богом. И, конечно, мы отдаем все самое лучшее. Отдавайте все самое лучшее. Поехали. «Буа ночи, Шанго» называется эта песня. То есть «Доброй ночи, Шанго». Шанго — это один из богов. Бог грозы, правда. Ну, в целом, любите женщин, короче говоря, даже если они вам устраивают. Это дебют, ребята. Thank you.
Samba, que é um misto de maracatu.
Pus o samba, está animado, primeiro o samba. Que este samba, que é um misto de maracatu. Mas a parte preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, o samba como este tá legal. Você não vai querer, no chique no final. Yeah.
что, дорогие друзья, поможете нам? Я думаю, что уже многие выучили эти слова. Кто-то за многие годы, кто-то за этот концерт. Они очень простые, и я думаю, что мы сможем. До встречи! Thank you.
Петр Маланов. Электрогитара. И, конечно, вот эта маленькая чудесная вещь. По-бразильски она называется кавакиньо. Но это не кавакиньо. Это маленькая гавайская гитара укулеле. Дело в том, что наш кавакиньо отдыхает сегодня, а работает укулеле. Петя Маланов! Thank you.
остальная бразильская кухня вот этой дуркой на голове. Александр Глазов! И барабаны! Овер Серрано! Não deixe
Хорошую музыку, ребята, здесь 7 дней в неделю играет прекрасная музыка. Я вас люблю.